Дело о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие системы ГЛОНАСС, сегодня приняло новый оборот. Выяснилось, что сумма, присвоенная недобросовестными исполнителями, бьет все рекорды. Это 6,5 миллиардов рублей. В растрате государственных денег подозревают компанию «Российские космические системы». Ее руководство составило поддельные договоры на выполнение исследовательских работ. Через цепь фирм «Однодневок» оплата возвращалась в карман директоров предприятия. Дело возбуждено в отношении ряда руководителей. Сейчас, в настоящее время, проводятся экспертизы, дается оценка преступной деятельности. Дело очень сложное уголовное, связано с большим объемом документов. После отработки всего объема можно говорить о конкретных обвиняемых лицах должностных. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Работы выполняли по заданию Федерального агентства «Роскосмос». Там провели собственную проверку, и факты необоснованного расходования денежных средств подтвердились.